Ну, еще раз обмен, дай. Кто поезд забрал? Тебе сказать? Да? Ой, ну завтра спалил, наверное. Не распылил, так, он получил его. Вот и назад, а сам молчит. Кому настоит? Давайте обмен кидайте. Кому? Метка, по-моему, одна только. Как тебе повезло, я как раз и ПГП открыл. Какой тебе? Я хил. Спасибо. Кто затыкал всю рыбу? А не, есть. Обмены на фласке и квадрату. А зачем припоты тут на этом боссе? Припоты будут на любом боссе. Ну раздавай пехоту туда людям. Да, возьми. Давайте настоит дальше обмен даете. Кидаем обмен на припорт. Кресту обмен на припорты. Не лети на хосту. Нужен танк еще один тогда. Кого будем спекать? Пусть сомалийский хилит. А Шреддер тогда спекнет с танка. А кот у вас что? Шарпи? Ну, так Шарпи. Я кот у вас. Шарпи в танке. Шарпи Анхули, по-моему, лёг. Паладина, давай Шреддера. Шреддера сам. Ну, надо, чтоб этот забирал просто трэш массухой на себя. То есть я буду агрить, а трэш потом заберет, когда мало хп будет. Все, больше никому прихода не нужно. Ромка, у тебя фулл КПРП? Да. Даже перебор на две. Сделаем следующий образ. Шреддер не надо, в танк. Я в танк спекнусь. А чё ты дамажишь? Давай я потанчу. Ну ладно.
Пиздец, Шреда, так могли бы тебе этот поставить, мобильный бан. Убил, короче, сегодня Келя за БДК. С первого утра. Молодец. И профа по тактике слизень зеленый в углу, блядь. Мне, короче, РЛ такой говорит: ДК, где твой сапрот? Ну там косарь ГП хули без сапрота, если. Я такой тупого включил, короче, какой ДК? Стою такой с флаской на ХП, блядь, кукли нахуй. Ну потом убили линкую рейд чат. 99% мили атака, блядь. Мне тут сапрот, говорю, ничего не поможет. Вроде ничего не говорили, ГП не давали. Чё, долго будем хуи сосать, блядь? Подошли все, бафнулись, ну. Не вижу приста бафа до сих пор. Инту бафнули. Да, есть. Котлас начинает, да? Сар, чего не хватает? Сар! Могу я начать, в принципе. Вот так, тебе без разницы. Вон, Котлас встал уже на позицию, он в курсе, что делать, тогда ты на вторую беги, на вторую платформу можешь. Весь на пул будет. Пролетает он там и сразу пуляйте. Танки пуляем. Пуляйте. Начинай, Котлас. На пул на него. Гера. Вот, выйди чуть-чуть еще на край. Так, пойдет? Да. Император, алло, ты чё? Вопрос. Стоял там, танчил. Дальше что? На следующую. На третью платформу. Ну вот, я стою там, да. Вот там. У тебя хило не достает. Выйди на край, Котлас, блядь. Когда ж вы уже научите? Никак, вы, блядь, он первый раз танчился. Я про то, что вас нельзя хилить через текстуру воды. А не то, что он первый. Теперь на первую платформу. То есть на начало где-то было. Там и остановишься, когда он прилетит в центр. Ну только спрыгнешь вниз, у тебя не маршрут. Ну либо спустишься.
Мастер, а что у тебя там по телеку? Columbia Pictures Sony Company. А, что-то знакомый просто звук был, я поэтому это как ностальгия. А, забыл фаску на попить. Готовьте еще. Ты про час от жира. Мне спустили. Что-то у меня лагает. Сейчас куда идти? На стой, первый этаж и путь. Там только не поднимайся после. Да, да. Где крест? Котлас, ты не путай. Котлас, ты на первой, да. И вот так, у тебя будет первая, третья, первая, третья. Понял. На боссе потом я буду. Че, уже собираем фильм? А чё да, это ты? Может, давай я? Там агро не скидывается в ноль? Не знаю. Чё, проверим? По Фениксу стоп. Зачем стоп, если 47%? Я не понял. Да потому что они быстро вылетят, если мы будем... Нет. Ну, 34 ляма осталось. Ну все, стопайте по угольку этому. Стопните, стопните, в босса играть. Правда, рано будет 5 кульков. Вот, видишь. Нормально. Кто это у нас научился расколы ставить? Про товар, ебать, кулик. И я иногда. Играем в нового. Тут там стакать есть про товар стакать. Ты только поддерживаешь. Ну, ты не на всех платформах. Ну, вот на этой он поддерживает, по сути. Можно отменить. Стопайте поэтому. Не убейте у кого-то, у которого мало. Кто-нибудь сейчас в центр полетит, пойди. Стопаем, стопаем. Перья, ну вниз все. Сейчас налево полетит, 100% инфа. Вот мы сделаем. А не к нам. Ну, мало времени будет тут просто. Мне стоять на первой платформе? Да. Да, да. Что обузить? Да хер пойми, что он там обузит. Но он вверху, а волки мелики, по идее, так и должно работать. Саджира, ну. Подвинь его там, если летят.
в новую сыграли по-быстрому и в бот. Череп играйте. Стопаем, давайте в босса, в босса, в босса. Еще будет уголек так. Сейчас я спрыгну вниз. По черепу играем. Готовься босса ловить будет. Переводите. Босса переводите. Стопайте. Переводим, переводим. Не все пошли. Стопните по маленьким, не бейте, не бейте по углям. Добью по одному. Ну да. Нужно подойти поближе. Сука. Разбросилась. Заебись, блять. Да давайте. Откинул пидорас. Столько на босс. Уведи его. Да я летаю по комнате. Я мобов держал. Котлас, там эти забирай на себя. Я сейчас заберу. Так, китами, берцаря. Все сбежались в крестик, стали. Только не вложу. Готовимся. Побежали к стенке, все уже. Поцелую фулл ребаф, играем в мелких. Мелких с меня заберите. Служи, выходим. Забирай мелких, двоих в угол заводи. Все, будет, держишь их там. Так, а какой угол? Вот этот? Ну, чтоб тебя не откинуло. Не откинуло к стенке, понял? Становишься не туда, к стенке, чтоб тебя не откинуло. Так, да. Немножко к лестнице. Ушли все, ушли все, ушли. Лестница вот сюда? Где я стою, левее от тебя. Да, 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 да. Вот где я сейчас пройду. Там текстура, типа, застать надо. Под босса маленьких кукольков заводишь. Их кливает до 30% милики, потом уводится. Все, вот, забираю, уводи. Все в крест стали. Локовский портал все стали. Второго забираю. Побежали к стенке. Котлас, лови нового. Вот, забери второго. Котлас, куда ты отлетел? Нахуя? Котлас, смотри, ты танчишь их под боссом, Войд потом забирает, возле стенки стоит, все. Войд забирает. Все встали в центр, в лок, в портал. Кумера вроде откатила. Гулькам, стоп нахуй! Убрали руки от гугульков, побежали. Быстро прошло. Угу. Все будет в угол забирать. А уголькам. Стоп. Второго забирай. Побежали. Император, какого ты хуя стоишь?
Новых играем. Старых добиваем. Служи. Все, стоп, не долго там. Все порталы лавкаются. Бой летит на себя, даешь себе прожимку. Побежали. Клан Бер просит. По метке стопнули, добили метку. Это по-любому добили. Да нет, стопните просто. Нет, стопните по ней. Зачем вы бьете? Забери с меня. Не надо ее добивать. Побежали уже. Троих добьете. Не надо никого добивать. Вот теперь добивай. Геро. Геро даем. Там в луже стоит, да? Ага, ага. Да все хилы. Идите дальше, ДПС апает. Пошли в локовские проталы. Забирай их, будет, они добьют. Мимо. Котлас к стенке становись туда. Трэш заберите, алё. Добивайте их. С огня выходи. Чё, вы решили зербить, что ли, босса или чё, я не понимаю? Нет, 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 сейчас залетает. Ну а чё? Последних угольков потом... сразу добьём, после того, как приземлиться, и убьём босса. И все вольемся в босс. Ой, назад гимноману после первой бомбы. Побежали. Череп доведи. Череп доводите, чё. На микстурку, блядь, осторожно. Оп-оп. Прожмись. Играем по боссу. Фулл ДПС по боссу. Служи, выходим. Тяжело без паладина тут танчить, честно говоря. Ты смотри, да какая есть... пушка на воротах. Бля, какая. Ой, я забыл на поддон. Если что, никому не надо? Если никому, я готов взять. Никому, значит, на дезинфекцию. Подожди, подожди, как подожди, подожди, взял? Подожди, ты чё, я роды жив. Ну давай, а этот. А у тебя аддона нет. А, ну да, кстати. Погоди, а это что, не роли, что ли, нашей Энг? Или у него. Ему не надо. Я отдам Саджиру император, или тебе надо? Император. Чё, мне не слышно? Мне на транс только, если ему надо, отдавай. Ну, ПВП, насколько понял, где его, блядь, там... А, хуй ему, не ПВП, мне Терина затрансить надо. Ты не затрансишь. Нельзя его, да, костевое. Он всё. Уникальный, вообще-то. Ну чё, встали, го робот убить. Так, подождите, 500... 600.
Ой, не то. Подожди, уникальный вообще нельзя транить на что-то другое, типа? Уникальный, нет, типа, например, правая транится, рука. Тоже... А, да, правая, нет, стоп. А кистевая, она тоже правая рука написана, как и теренаска. А кстати, хотя проверим. Там уникальное написано, хрен знает. Чёрт, может, ты, ну, проверим, уникальный. Проверим. Я просто видел, что у челика кистевое затрачено. Ну, тебе надо? Возникает вопрос, а какого хера ушел по флу, ну, блядь? Мне это похуй, фист, если я паролил. Больше никто не ролил. Тебе надо его? Что там за приз? Ну, за сколько ты ее собираешься отдавать? За фул. Мастер, че фист ушел за фул ЕП? За сколько? За ГП. Кто зашел? Да не зайдет он за фул ГП, я нечаянно дал сейчас от меня. За сколько это? За 380. Забирай. Я тоже не забираю это. Я дизенчанки любой назад еще сдам. Угу. Сука, забывай всегда про Адона, ебучий. Никому. Чё? Заходите, этот сад что-то пишет или что? Чё он пишет? Чтобы я заходил. Ну так заходи, он, у него голова болит, он просил замену. Голова болит, нахуй. Ну чё? Сомалийский читер. Мою голову. Буду его гладить, Вичевича. Вы сколько уже убили вас? Одного. Не знаю никаких 10%. За вторую цифру, но второй цифры нету, сейчас я ее сменю. Саджира уже взял. Так, оказывается, никому за фул шмот, ну, фул ГП за шмот не надо. Выжил. Хорош. Так, Саджира. Тут только ты 5 за фул все. Саджиро. Я бы плащик этот на ловкость забрал бы за. И почему тут три непиздатые падают? Только одна, и то узко специализированная. Локи метки контролем. Давайте. Бьем моба в лицо. Никакой со спины, он отбрасывает. Контроллер раздали, Локи, череп, крест. Точно никому не нужны, блядь, оф, этот. Огнестрелка. Бисовая, она протоварена. А вы только войду, наверное. 10% отдавай, все. За 10% не отдам, я сказал, танки не уходят. 50. Оф, спек 50. За 50% кто заберет? 50% это сколько? Посчитайте себе, с 389 отнимите 50%. 189. Ты чё, 194,5? Посчитай еще раз. 389 на 2. 194,5. Дима, Дима, я тебя такого не ожидал. Да я сам от тебя не ожидал. Кросс бросил это, Рэй. Чулан, не входи в агро, пожалуйста, будешь резать сейчас, если что. Хуйте. Хуй мне не надо. Крест, череп сейчас контролим. Идем сюда ко мне. Давайте контрольчики отсюда.
Крест, череп, контроль. Череп, фир, кидайте. Ой, череп, крест. Не отлетите к другим мобам, пожалуйста. Как? За что ты меня так не любишь? Я не понял, а как ты? Да, он акрос скидывает. Смотри, он откидывает, он скидывает этот моб. И обновляет агро. Да. Эврей, ты можешь идти покури, пока мы трэш бьем. Черепа, да? Шреддер, я тебе сейчас твой молоток в очко засуну. Была угроза на уровне мстителей, да? Чё ты агрессируешь на людей? Ага. Зачем ты агрессируешь на людей? Виби, давай контроль, турбо, кидай кузнецу контроль. А может он и не хотел. Давай юбилей, третий раз. Ай-яй-яй. Сейчас подожди. Может он любит всякие дерьмо себе там запихивать кому-то людям. Нет. Чего? Какие пихвы? Фрактальное познание, ребят. Угу. Да, блять. Труба сорвал. Хоть я смотрю твою салу, чла. Теренос еще хороший. Не, я шмот пока смотрю. Это два, это 10, да? СС, дайте бить. Котлас, пикнись вначале в танка, пока не сесть, если что, будешь танкить. Если, а что это за голова такая? Это с Джани такая? Вообще хороший. Голова, голова. Не, не три, да. 284-й это Джайнер. Ну все. Второго адрес. Земля пухом. Ой, ёбаный урод. Минус один. Ой, хорошо. Кристальный вышел. Нет таунки. Чай его сюда. Да, блядь. Отдай. Дал ШВ. И не таунки. И не таунчу. Ничего не делай. Ну выжил. Хорош. Из текстур, ну-ка. Не, почти не достает. Бежал? Нет. Перезарядка не бьет. Ага. Перезарядка шопает. Стоп, стоп, не ТДПС, сейчас я попробую пережить. Стоп, за стоп, стоп, стоп. Фул ДПС. Фул ДПС. Увидал. Видал, я сныкался. Бля, еще понял, бегу за угол ныкаться и в угол втыкаюсь. Блин, я бил, ты. Знаешь, я вот когда с собой играл. Я не помню, по-моему, один раз его сделал и один раз поменял. Не помню, что я там менял. Что-то типа символы какие-то пробовал. Лунного огня или что-то там еще там. Не помню.
Так что я там в подробности особо не вдавался. Вот, я по танчу. СВ вообще приятно играть, на самом деле. Тыкаешь три кнопки всего лишь. Остальное там что-то Б, рынок. Вообще изи. Я прям, я не знаю, после 2 лет игры варом и БДК, блять, так отдыхал на СВ вообще. ШПшник также. Как-нибудь и тут уже одену сову. Турбо, иди сразу сейчас в ману, поешь кузнеца контроль. Чё-то воронки не падают. Кто-то не падает. Поехали. Это просто меня нету. Кресту контроль. Нет, это ты потом делаешь поднос на втором трэш. Хорош Котлас. Чисто не дал себе беду, убил ее заду. Сука. Вот вдоль стенки проведи его, чтобы тебе было куда спрятаться за угол. Вот тут сюда прыгай. Еще прыг... Блядь. Ага. Вы второго заберите, вы там вдвоем стоите, блядь. А моб тут шотает всех. Не знаю, что он там шотает. Тут Котлас у них. Кого там чувак нарисовал? Сука, я тоже умер. Царю ГП, ГП заморожено. Все, он не будет с нами. Да зачем? Нет. Зачем замораживать? Что это даст ему? Он все равно не ролит ничего. Попросил я заморозить. Я сдержался, чтобы ему ГП не уебать. Да, а это ничего же. Ну даже ты его ебешь, это же ничего не даст, он уже фуловый просто. Ничего не даст. Хилить неинтересно, дамажить неинтересно. Интересно дамажить только тем, кто одевается. Мне будет только в плюс. Интересно только критиковать других людей, вот что царю интересно. Не критиковать, конечно, интересно, но как-то это надо поосторожнее делать, не знаю. Ну да. Я занимаюсь этим тоже, блядь. Я критикую каждого. Я Шредера до сих пор называю долбоёбом, блядь. И буду называть долбоёбом. Ну и что это изменит? Я это нахуй. Ребята, блядь. Я это делаю для того, чтобы вы учились, блядь. И чисто из-за того, что у нас, блядь, нехватка людей на РТ, нахуй, я терплю, нахуй, всех этих, блядь, Шредеров и т.д. и т.п. Ты хоть не оскорбляешь. Долбоёбом, говорит, называют. Ты хоть не оскорбляешь, ты дурачок, что ли? Мы тебя тоже терпим, мастер. Я знаю, споры нету, нахуй. Вы можете меня хоть плюнуть, хоть закопать, мне поебать на вас. Ты говоришь, как бы, долбоёб, просто нет агрессии. Достойно. Да, у царя она прям льётся из всех щелей. Агрессия — это плохо. Желчь такая. Вы все говно. А вот когда чувак... Вот так, агрессируйте на меня, быстро давайте, я готов. Ой, давай. Ты такой хороший. Заткнулись. Фейсролла по клаве прокатился. Это ты только пальцем, да, постучал? Не рукой. Это что, панк нам на огонек зашел? Привет, панк. Так. Котлас, микстурка в танках. Ой, да. Сейчас поедем. Кто вводит будет? Я не знаю почему, но прислайд всех шипачников перед ДПС на этом боссе. На Ларе. Ну, кроме царя, но царь что-то в конце аж раздамажился. Он не хотел дамажить, так что мы плохо. Как это передамажу? Сейчас посмотрим еще на этом. Одеваешь ДД Трини. А вы, пацана, брать не хотели. Ребят, возьмите просто, кто там, не знаю, не самый лучший ДПС, пускай он бегает по кругу и все. Делать-то нечего. Ну там бы Шредер по-любому должен был бегать. Либо пусть бегает. А кто танчит босса? Микстюрка? Ромка, умеешь водить сферами? Ну я не водил, но там слышу, как это... Нет, ты будешь расколы стакать. Шредера надо, чтобы он бил ману регенил. АДК нужен пристам, энг нахуй не нужен, энг будешь бегать за сферами. От сфер.
Мне похуй, Виби, покажи ему, как бегать. Раздавай, иди сюда. Да нет, там по кругу, там как по... шлюха. Не, мне надо посмотреть, что с Альзиром можно. Раздавай, иди сюда. Ставить его в очередь на шейму или не ставить? Босса пулит? Босса пулит, ты просто... Ой, вот ебать, по такой же, как по и ты. По кругу бежишь и все. И все сапроты, по кругу бегаешь. Сапроты, сапроты, будем пить. И что? Хилам, дайте только сапрот. Хилам? Чем? Поставьте, пожалуйста, этот, как банки я дам. Около меньше 30 хп надо бить и насрать. Сапрота. Хилы это или нет? Банк. Банка. Котлас, твоя задача тупо постоянно агро набирай, как хочешь. ЛП, рунический удар. Постоянно по КД это все юзаешь. Ретард аларм, ретард аларм. Обмен мне на. У него 4-4 есть, у него нормальный агронабор будет. Я же говорю. Где мастер? Шо? Вздыхай. Посмотри, как мне сюда сомалийский в ответ агрессии отвечает. Нахуя молчу, блядь? Какая агрессия, мастер? Вот что бывает, когда ты... нет рейдфрейма. Ноль агрессии. Давайте хилы обмен, я дам сопротик. А меня уже кинули сомалийский назад еще один кто-то. Тогда я не дам сопротик. Все, больше никому сопрота. Все в себе кому, уверены. Кому, а, сейчас я... Мастерелу, да? Мастерелла. Теперь все пошли, стали в тотемы. Суджиро, тебе не надо. Так, сейчас все станем в Виби, но не дальше в Виби. Вперед, Виби, не лезем. Чтобы меньше было бежать, потом вернемся в центр, побежим. Хайри, Логус. Я предлагаю все армс, не врывайте сразу. Да и все. Это фурика можно. Так, на пол все на крест кого? На Димона? Да, да, первый на пол на меня даете, а потом остальные все в котласы. Пока мы бежим к боссу, и от босса в центр никто босса не бьет. Ну, приисты козявки могут Шторма повесить тут. Только. Ну, на пол. Он говорил, отойдет сейчас. Вычи головы. Иди ко всем, встань. Огурцы возьмите. То да нет, я... Короче, завтра будет лечат. Давай, 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 чё, давай. На пул пошел. Дальний Восток. Что это мой шанс за БДК затанчить леча? 10-9, блять. Димон, пула не чуть раньше. Нееет. Да не надо. Атака будет, побежим. Побежали все вместе с танком в одном фрейме. Никто вперед танка не лезет. Все в одном фрейме бежим. Смотри, никто не бьет. Император, пошел, пошел. Гера пошел, да? Император, за каждую Геру, блядь, да ну... На Котласа, на пул, давайте. Да, ну, не Котлас, давай агро набирай. Даже Ромка можно накинуть не каждого стака на расход.
Да нет, не нужно. Вот вас прохиль. Двинули за боссом двигаемся. Двинули за босс. Серию ход скинь. Салю поиграл. Ветерком бей. На пол FK класс. Он не знает, что это ветерок, он только может одну кнопку взять. Так. Паусер, можешь встать? После топота встань. Дайте Салю в постель. Сель, давай упакни. Боб, сель. Ой, дай по императору. Сорвали. Микстурку на пол. Войд стоп не запас. Мастер, поднять тебе? Давай, поднимай. Сейчас, дайте на ману что-нибудь. Ой, ну залп, гем на ману. Вставай. Биби, агрос. Император, блять, ветерком бей нахуй, агро свой скидывал. Турбо. Пять.
кусать жира. Тут не так ты работаешь, как тут. Кто мне кинул обрубки металл? Все, парни, давайте сальву, я врываю. Ой. Жиро, дай вмешательство в классу. Я уж давно сдох, как бы, меня не резко. Что, он не слышит, да? Он... Ну, умер второй раз. Второй раз умер, мне даже БР не давали, почему? Это лучше, чем я, видишь мой экран. Я вижу КД у друида. Я вижу, что на мне БР не было. Я тоже вижу, что чувак не давал БР, поэтому его и зову. В тот раз что-то... Ты говорил, разве мне кого-то бэрить? Я не слышал. Да. Тут он говорил. Ну почему я услышал, блядь, а он не услышал? Ну ладно, неважно. Дискорд может лагать. Чувак никогда не слышит ни меня, ни кого-то другого. Не, почему? Ты на Фениксе сказал, чулан, я просто поднял. Все, чё. Фу, а вы говно трени. Упало 6 человек, и хуй знает, бэрить, либо ты оставишь на хила, там, я не знал. На том КД кто танчил вообще этого босса? Миксулка и кто еще, и Сомалийский? Да, вроде. А, ну понятно. О том, когда я помню, никто вообще не откинулся от таргета. Вы умирали, ты не прав. Сомалийский точно так же умирали. Что, а, уже... Быть, никто не... Стой, уже фул, нет, все. Отдаю обратно, если уже... Распыляйте. Я бегу отдавать, ебать. Я просто хотел потестить это. Ну, вот, ну да, забирай, потестируй, если не угота, но там толку нет. А зачем за вещи давать фулл ГП, если от них толку нету? Интересный вопрос, да? Угу. Наверное, ты что, я отдаю тебе? Мне тоже всегда нравилось. Вот, отлично. Спасибо. Два раза. О, спасибо. Чё, никому плечи не нужны? Какие плечи? Охотник, маг, чернокнижник. Ты их не линковал, линкнул только... Нету охотников в рейде просто. А у всех ни остальных? Магов, ни локов. И локов, понял, магов тоже нету. Отдаю Вайду, чтобы он открыл. Да! На чё я буду открывать их? Будем распылить. Снимаю на видео, как удаляются эти плечи. Так. Никому точно не надо на второй спек. Продам за 5000 голды. Так, у Инозада есть одна шмотка, ему уходят плечи вторые анролом. Ой, ну за. Вторая шмотка. Ушок, класс. Так, а просто на Солариса хочешь зайти престом, да? Да. Ча, хилы. Нет, здесь? Ты зайдешь после хилов. Ну, после трэша зайдешь. Это понятно. Хилы и вот тут? Угу. Нет. Все, я пошел. Пошли, Котлас, значит. Похильте так. Сколько платишь? Танк хочешь? Котлас, легионеров забираешь, понял? Котлас здесь? То он написал. Это микстурка написала, это идиот.
И он Катлашу написал. То есть два танка ушло. Великолепно. Да. Тогда не подходите к... Удалил, короче. Молодец. Надо было продавать волчат. Это... Да надо было ханта создать, короче. Или хан, или мага, или лока. Лучше лока. Или мага. Че, реально там ни локом никому не нужен, что ли? Ну да. Но да, нас да. Давно, с самого начала гильдии почти никому не надо. Охуенно. А вот тот токен на 4 класса, он... Жёстко. Ну они красиво сделали, красиво, конечно. Спел. Пошли не нахуй, блядь. Спел. Воин, жрец, друид, рыцарь и смерть. Пиздец вообще, 4 топ-класса. С 3 спеками каждый, блядь. Сука. И все на одном токене. Хилы, блядь. Танки, они специально блядь. Сделали, чтобы люди донатили. Говно. А знаешь, я тебе скажу, у нас и так уже дохуище людей, людей по 2-5 шмотки. Людей. Именно. Ну да. Да хуи еще, а уйда еще нету. А бы Войд хотел, но уже давным-давно бы 4 мал бы, или 5. 4 бы он не имел. Да я шмотки забирал ну. Всякие. Как бы я забрал ты 5. Ну вот смотри. Турба, чуван турбочек голый, тогда ты. А до этого, когда только уже мы начали проносить, ты был в топе с турбо. По-моему, второе ты место мал. Вары. Вары. Отдаю эту хуйню по роллу за 10%. Кто вырулил, тому отдаю за 10%. Ну давай. Гэтсэ. Бля. Так и не все. Кассель. Кассель не стролил, печалька. Да у нас хильте, я не знаю, как хотите. Ребят, дайте попробовать. Зачем вы, сука, сайрли всех? Я кинул тарелку. А тарелка принял портал. Пока еще все не легли, да. Можно аккуратненько добить трэш. Только не падайте. Вы в себя захилите там. Нет, я воин, моя бить. Так что, Гера пошла? Они меня не прохили. Ревностный. Ёб твою мать! Давай, хилы. Сука, только прокнул этот, блядь. Ой, хорош, хорош. Только корова прокнула. Ебать, сколько 40 гопта его позиции сместило, блядь. Кого? Мастер. Вайда, пиздец. Нет, что, серьгу забрал кто-то? А чё, мистер, тебе нужна? Без ГП. Если тебе надо, тебе нужна? Там... Да не, я чисто потестить тоже я хочу. Ну давай тести там потом. Давай. Скажешь мне. Я прямо сейчас на трэш её надену и на тебя её и зону посмотрю. Угу. Ну просто тринька вообще, то что написано, это беспонтовщина. Да, да, согласен. Там тринька... Ну он, типа брони много дает, лучше чем чешуя в любом случае. А мне этот пистон, он, это, чтобы его одеть, это нужно 1000 шмота выбить на протовар, еще это 5. Ну, чтобы ну так там мастерство. Ну, а там получается один фиг, но если хардкап собирать. Ой, я уже пожалел, что я не взял ватные плечи, нахуй, так что... Какие они плечи? До сих пор, сука, не падают. С хостой РП, что пан забрал. Выжили. Так, ща. Патрульные убиты, нет? Видишь, сколько... Да, мы всех вместе сагрили, не столько всех. Когда одеваешь под Т5 фурика, 1000 проблем, 1000 шмоток, надо с хостой выбивать, все перебивать, блядь. Ну, там не 1000 шмоток, у меня почти уже собранный кап. Я буду в 300 собираться, мод меньше даже. 300 хосты? Да. Сколько это в процентах? 10%, да? Ну, если 300 по Сальджиру, если считал, то 300 это где-то 10%, да? Да, где-то 10. То есть не хочу брать перчатки, потому что если возьму агильные перчатки, я потеряю дохуя армора. Потеряю армор, потеряю ап. Так, сейчас я попробую микстор. Сейчас можно я сагрю? Нажму сразу на тебя тринк. Там, по-моему, и без хосты все хорошо.
Уара. Ну там. Ну, знаешь, лучше с хостами. Там особо разницы-то не будет. Будет. Пару 3-4 секунды и больше ГКД дырок закроют. За счет того, что кровотечение быстрее будет ставить. Что-то произошло, слушай, Микстур. Не заметил? Нет. Надо сейчас это по рекаунту посмотреть. Да, произошло, начал сервак лагать нас. Это все за тринки. Это что я нажал. Да, произошло. Я сегодня брюль выролил на рулетке. Нахуй. Да ну на. Первый брюль выставляй. Третий. Все, ну, завтра никакого РТ, идем пиво пить. Угу. За пиво, блядь, что ты там? Листья, когда нас гильдия ливнула. Говорит, каждый раз, когда нас гильдия ливает, и бриллианты падают. Она что, уже обратно просилась? Копишь 100 монеток, ливаешь с гильдии, крутишь рулетку, возвращаясь. Да, а если не выпадает, то пиво выпадаешь. Ну да, и с 3К хп. Гайд по выигрышу брюлика. Брюля, да, да. Хорош. Я вам бы еще у тебя рассказал, как поднять... В смысле, ты 0.1 ГКД? Ну там ГКД уменьшается. В... Да, у приста ГКД уменьшается. На одну секунду? То есть ты можешь, блять, сука, спамить? Да, ну там... Я раньше читал 0.5 было, это может пофиксили. Шкаф поставьте. Там, если кого-то ГКД сделать вообще ноль, там как-то можно макро сделать. Чисто одну кнопочку нажал и весь... Если этот... у него ГКД 0.1 секунда, он может сделать через макро, чтобы сразу со щитом кидать обновление. Нахуй. Да, чё это? Не, это беспонтово. Вот это ваше Т5 меня заставляет поинтересоваться в классе таком, как ДЦ. Щиты в 0.1 секунду — это охуительно. Так у бычьи головы есть. Как это ГПГП отставить? Ну, бычьи головы не хватает хосты, чтобы сделать 0 ГПГП. О, по мне дамага идет. Сейчас есть. Сколько? Много? По 900. Понятно. А сколько хосты-то надо? Что делает? Хилит? Ну, чтоб 0 было ГКД хосты, где-то, наверное, 900 нужно. О-о-о. Прям 0 было. Так это же не так много. Ну да, не так. Так это же, блядь, один аркус. Чай другуля. Один аркус, один. У нас на поле только один. И это мусор. 11 тысяч урона передаваемая кому-то. Это вообще мусор. Чешуя лучше. Не, это беспонтовая триня вообще. Не знаю. Только если это надевать. Можешь ее держать, может когда-нибудь ее пофиксят, что-то сделают с ней. Тогда либо на физ боссов каких-то надевать еще. Ребята, ее никто не пофиксит. Это рофла трини так же, как я это. Ну, с подводки это... пофиксили трини, что ты говоришь? Хуй. На Казуме, которая сейчас. Чего у ней было не так? Она только хосту давала 85%, а сейчас и крит добавили ей еще. Спел! Блять, я с вашим вообще не буду трэш держать, алло.